Дорогие товарищи, дорогие коллеги, жители России, рабочие всего мира приветствуют 9 мая, День Великой Победы над фашизмом. Мы хотим выразить огромную благодарность героическому рабочему классу России и всего Советского Союза, которые уничтожили фашистские силы ценой безграничного самопожертвования. Великие достижения Красной Армии во Второй мировой войне останутся и через столетия наиболее важным доказательством верхней социализма над фашистским варварством. Сегодня Европейский Союз пытается переписать историю, распространяя ложь, что 9 мая – это день Европы. Капиталисты боятся правды. Они не хотят, чтобы люди помнили настоящего победителя. Мы, Всемирная Федерация Профсоюзов, приближаем миллионы членов нашей организации распространять и освещать истину, донося до рабочих своих стран о настоящей победе Красной Армии и огромной важности этой победы для всего человечества, чтобы никогда не были забиты битвы под Сталинградом, Ленинградом, Севастополем и других городов-героев. Всемирная Федерация Профсоюзов – это порождение антифашистской победы, и она основана в год Великой Победы. Мы также празднуем в этом году наш юбилей – 75-е летие организации. Мы желаем всем рабочим и гражданам России здоровья, сил и успехов. Борьба продолжается. История человеческого общества – это история классовой борьбы. Да здравствует 75-я годовщина Великой Победы над фашизмом. Всего хорошего. До свидания.